Добрый день, любители гибридных автомобилей. Вот в работе у нас RS 450 с ошибкой, довольно сложной. Ошибка RO6, 526 подкод и также 614. То есть характеризуется он как повреждение изоляции в высоковольтной аккумуляторной системе. Техдок, в общем-то, в свободном доступе есть, 526, то общий подкод, вот 614, как бы настораживает. Начинаем с него, в общем-то, прозвонил мегаомметром, вначале компрессор кондиционера, потом МГ1, МГ2, ну и, в общем-то, до кабеля третьего дошел. Это высоковольтный кабель от батареи приходит сюда в инвертор. Ну и видим здесь прямое сопротивление на землю утечки. Поэтому прямой путь в батарею. Будем снимать батарею, смотреть, что на этот раз он нам отчебучил. RX 450. Вот сняли батарею. В процессе снятия было понятно, что кто-то туда лазил. А лазили для того, чтобы делать шумку. Вот это так вот выглядеть должны направляющие. То есть они вот так должны выглядеть. Здесь были вот такие, это направляющие сиденья. Вот, это шумка, ихняя половина болтов не прикручена. Здесь вот стоят такие, как направляющие воздухозаборника на батарею. Они были не прикручены. Ну и дальше что мы видим? А видим уже нетипичную для RX 450 картину. Вот то же самое, вода в main реле. Здесь откуда не передает, но видно воду. И вот я вам в прошлый раз не показал, здесь вот дренаж. Смотрите, видно, нет. Короче, там купаться можно. Вот она, вода. Вот следы воды. Вот она, вся вода. Полностью все в воде, блядь, стоит тут. Хоть вычерпывай. Не видно. Вот это. Там такое болото. Ну вот, нетипичная, вполне для 450-го RX-а. Вода в батарее стала типичной из-за вмешательства криворуких шумщиков, или как их назвать. Ну, то есть сделали шумку, тут вот дренаж, сейчас я его освобожу, покажу, как он должен выглядеть. Раз дренаж сделал, соответственно, тут должна быть вода, сток. Выглядит там как клапаночком. Вот, я снизу тарасу его сухо, сразу и не подумал на батарею. Вот, будем сейчас снимать снова main реле и чистить дренаж, освобождать место.